Ребят, всем привет! Сегодня, наверное, самый захватывающий поединок на этой неделе, где Ливерпуль будет принимать Манчестер Сити в рамках чемпионата Англии, где Ливерпуль продолжает борьбу за чемпионство. И вот чемпионство отделяет 7 очков. Манчестер Сити на данный момент вообще находится на первом месте в чемпионате. И здесь, что касается игры, у Ливерпуля ожидается возвращение Мане. Я думаю, что он к матчу с Сити восстановится полностью и будет играть против Сити. У Манчестера Сити по-прежнему травмирован Де Брюне. И здесь, знающий Гвардиолу, я думаю, что Манчестер Сити в любом случае будет играть на победу. Но здесь я бы советовал всем сделать прогнозик на победу первой или ничью. Я думаю, что Ливерпуль, все-таки играя на своем поле и понимая значимость этого поединка, все-таки сможет настроиться и дать достойную игру против Манчестер Сити. Так что мой прогноз – победа первой или ничья. Вы подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем приятного футбольного вечера.